Вот. Что хотелось бы сказать, Андрей Евгеньевич Клычков, не покупайте, пожалуйста, рюкзаки, которые рвутся, не доезжая не то что до фронта, а не доезжая, просто ребята 300 метров проезжают, 300 километров проезжают, и они рвутся. Не тратьте на это деньги, на тряпки, те, которые лишь бы для чего-то их купить. Для галочки. Для галочки. Ребята очень жалуются на рюкзаки, на деревянные берцы, на котелки, которые ломаются сразу. Это, короче, рюкзаки, которые нам Клычков отправил. Вот они. Вот они. Рвут. Дешево это не значит, что хорошо. Потом над нами, естественно, все будут смеяться. В чем он понесет свои вещи? В мешке? В пакетике из Пятерочки. Бойцам в Орел в болевых условиях нужно открыть банку. Что им можно? Руку отрезать.